Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Нурик. Сегодня будет видеообзор по поводу Quarkchain'а, сотрудничество с проектом Project With для расширения своей экосистемы. Ребята, вот видите, мы рады сообщить, что Project With стал партнером Quarkchain. Quarkchain – это гибкая, масштабируемая и ориентированная на пользователя инфраструктура блокчейна, использующая гетерогенную технологию сегментирования благодаря инновационной архитектуре блокчейна, без разрешения которой полностью поддерживает смарт-контракты Ethereum. Здесь в блокчейне решение для доставки более 100 тысяч ТПС в сети очень быстро, да. Project With будет сотрудничать с Quarkchain, особенно в расширении NFT, технологической поддержки и совместном маркетинге. Если сказать о проекте With, ребята, это блокчейн-компания и специализированная на спорте, которая развивает множество блокчейн-бизнесов, таких как Project With, платформа управления спортивной карьерой. Ребята, вот смотрите по их ценам, вот мы видим, что Quarkchain данными торгуется по 1 центу. Очень довольно такой интересный момент. Торгуется на Binance, на хороших биржах. Вот видите список бирж. Очень вот, ну, потенциально хорошие биржи. Может торговать, я вижу, верю, конечно, потенциал, что будет куда расти монеты. Есть еще. По поводу Project With, еще вот посмотрим некоторые моменты. Вот. Ну, хочет проект уже развивать, вот такой вот интересный момент в разделе NFT. Идентификационные занятия спортом. Вид NFT, NFT для спортивных пожертвований и Generative NFT. И спортивная метавселенная Project Vid собирает и интегрирует различные спортивные данные через Vid и Vedit и использует их в метавселенной в NFT играх. Здесь есть социальные, ну, ссылки официальные, Telegram, Discord. Подписывайтесь, не пропустите важные уведомления, ребята. Тогда всем желаю удачи. Всем пока, друзья.